12 декабря свой, пожалуй, самый любимый праздник отмечают Стас Михайлов, Евгений Плющенко, Яна Рудковская и другие известные люди. Это я все про День Конституции. Ну пойдемте же узнаем, что это за документ такой. Я сейчас вам говорю предложение, я одно слово в нем пропускаю, а вы попробуйте догадаться, какое слово я пропустила, хорошо? Ну, давай. Все перед законом и судом. Какое я слово пропустил? Равны. Каждому гарантируется свобода мысли и... свобода мысли и слова. Я себе это предложение каждое утро повторяю. Вот этот документ, он был даже в космосе. Вот ты была в космосе? Вот и я не была. Не считая 9D кинотеатра. Конституция — это день правил. Ну а что за правила? Правила, как дорогу переходить. Правила, дорогу переходить. Ага, знаки, да, смотри. Все правила мира. Знаки. Потом правила, там, правописание, может быть. Да. Правила здорового образа жизни, наверное, есть в Конституции. Но там правила, все правила. Гигиена, да. В конце есть в таких книжках, там пишут ваши заметки, ваши пожелания. Как думаете, там есть такое? Да. Это можно дописать. Тебе нравится наша Конституция? Более-менее. А ты ее читал? Или ты просто на вид оценил? На обложку оценил. Мы многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле, утверждая право и свободу человека. Есть какие-то там прям захватывающие сюжеты в этой Конституции? Мне кажется, нет. Какой день будет 12 декабря? Рождество. Не, рановато. Ну, тоже Рождество, но какого-то документа. Что почерпнул из этого? Многонациональный народ. Основной закон государства, имеющий высшую юридическую силу. Какой? Вы отмечаете этот праздник? Хожу, всех узнаю. Так, ну, да, у нашей семьи есть такая традиция, мы отмечаем каждый год День Конституции, не только потому, что это День Конституции, у нас еще день рождения у нашего папы, да? Совпало. Да, да. Папа, наверное, старше, чем Конституция Российской Федерации? Да нет, по-вашему. 33-я, допустим. 5-я. Мы сразу с тобой попадаем под статью 89. Президент Российской Федерации решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления политического убежища. Осуществляет помилование. Вот. Совпало с твоим вопросом? У тебя есть Конституция дома? Нет. Я вот сегодня приобрела. Вот стоит 27 рублей. И мне стало интересно, почему они все по-разному стоят. Я взяла... Ну, там была еще за 25, но она была немножко помята. Я взяла за 27. Знаешь, что за книжка? Да. Что за книжка? Конституция. Читал? Да. Серьезно? Ну, ничего, да. И что там в конце? А, не знаю. Знаете, что будет 12 декабря? Нет. День Конституции. Слышали что-нибудь про Конституцию? Да. Так, да. Ну, когда про нее узнали примерно? Лет в 10-11. Читали? Более-менее. Да. Некоторые. Ну, почитайте, там классная концовка. Ну, а в детстве вам родители не читали на ночь Конституцию? Ну, вы чего? Ну, сразу после колобка читают Конституцию. Что нас ждет в следующем году? 47-я страница, 7-я строчка сверху. Проверяю, чтобы ты меня не обманывал. Обеспечивает государственную поддержку научно-технологическое развитие Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного... потенциала. О, видишь, как хорошо. В следующем году нас ждет подъем науки.